Физкульт, привет, друзья и ученики! Наступил 2017 год, и вот такое у нас прекрасное утро во Флориде. Желаю и всем вам, несмотря на то, друг вы мне или враг, а некоторых своих врагов жизнь меня научила любить и ценить даже больше, чем некоторых друзей, я желаю вам, чтобы в вашей жизни было так же много позитива, как и в этом первом дне 2017 года. Спасибо за то, что были с нашим каналом, за то, что развивались вместе со мной, помогали мне развиваться, задавая вопросы и за вашу конструктивную критику. Также, друзья, хочу вам пожелать, чтобы вы были максимально сильными и здоровыми. Но самое главное в жизни – это счастье. Потому что без счастья не все не важно. Все абсолютно не важно. Самое главное – получайте от жизни удовольствие. Если вы не получаете от жизни удовольствие, то жизнь теряет смысл. Жизнь на самом деле и не имеет абсолютно никакого смысла. Мы рождаемся, мы умираем, и это происходит постоянно. Еще ни один человек не избежал этого. Так наполняйте свою жизнь и жизнь своих близких только позитивными эмоциями. Не набирайте жира, набирайте опыт полезный. Не становитесь слабее, становитесь только сильнее. Не критикуйте, не оскорбляйте других людей. И в вашей жизни будет так же все прекрасно, как и в этом первом дне 2017 года. Смотрите канал Heavy Metal Gym. Не обязательно подписываться на него, не обязательно ставить лайки, можете ставить дизлайки. Самое главное, получайте пользу и удовольствие от просмотров. А для того, чтобы канал был полезен для вас и помогал развиваться мне, нам с вами помогают комментарии. Все ваши вопросы пишите в комментариях. Я на все разумные, адекватные вопросы, как вы знаете, отвечаю. Увидимся в тренажерном зале. Всем пока, позитива и, конечно же, бегом в тренажерный зал. Не знаю, как у вас, а у нас в Америке работает только один тренажерный зал. Угадайте, какой?